во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой прадед Дьяков Василий Егорович родился в 1906 году в Тамбовской области, в селе Большие Выселки. Учился в средней школе, закончил 4 класса, однако очень хорошо читал и писал без ошибок. Жил в многодетной семье, 5 братьев и 2 сестры. В 1927 году вместе со своим братом переехал в Саратовскую область, в село Озерки, где познакомился и женился с моей прапрабабушкой Фадеевой Анной Акимовной. В 1928 году у них родилась старшая дочь Евгения. В 1930-м – Таисия. В 1933 году прадед был призван в трудовую армию на 3 года. Службу проходил под Ленинградом на станции Званка. В 1936 году он вернулся в село Озерки и стал работать на хуторе Волжанка в лесу. В 1938 году был назначен лесником лесничего хозяйства. На второй день войны, в 1941 году, Дьяков был призван на фронт. Сначала собирали все в городе Балаково, а затем отправляли по местам военных действий. В 1942 году мой прадед прислал вот эту фотографию. Он написал: «От чистого сердца, жене и дочкам. На долгую, добрую память целую вас, но далеко от вас. Дьяков Василий Егорыч». Мой прадед прошел всю войну, воевал на 2 фронтах, был пулеметчиком, часто писал домой письма. Погиб, защищая родину и свой народ, 12 января 1945 года. Жене и детям прислали похоронку. Похоронен был в братской могиле в Польше. Его старшая дочь, Миронова Евгения Васильевна, моя прабабушка, жива до сих пор. Ей 89 лет. Всю Великую Отечественную войну она работала в деревне, в село Озерки Духовницкого района, и имеет звание труженик тыла. Она-то мне и рассказала эту историю нашей семьи. Я помню, я горжусь, служу России. Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России, Балаковское, Саратовской области. Помощник оперативного дежурного по службе 02. Младший сержант полиции Семенова Кира. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом.